Здравствуйте, дорогие друзья. Закончился вот в Израиле, например, День памяти жертв катастрофы. Мы два слова скажем об этом. Я короткую историю расскажу. В 16 году выступала на церемонии Яд Вашеме от имени оставшихся Закава. Она очень известная женщина, которая получала особыми программами, занималась по увековечению памяти Холокоста. И она рассказала свою историю. Какая история? Она родилась в 1935 году в Польше, в семье Ханы и Маше Бродман. У нее был брат Бенцион Яков. И они были портные, соблюдающие люди. В 1942 году все они попали в гетто Бохни. И ночью провели фашистскую акцию, после которой в гетто не осталось ни одного человека. Ребенка, я имею в виду. Всех детей уничтожили. Она осталась одна, потерялся брат ее в этот момент. А она, 7-летняя девочка, долгое время пряталась в шкафу у своей тети, которая работала секретарем в этом юден-управлении. И к ним приезжали поляки, которые там покупали, оценивали вещи и так далее. И она договорилась с одной полькой, что вывезет она девочку за большие деньги. Забрала все, что было, отдала ей. И вот она прощается со своей мамой, она говорит, что мать мне сказала, мне 7 лет. И она мне говорит, не забывай, что ты дочка Израиля, что ты еврейка. Если ты что-то тебе надо возле человека, скажи ему возле него, амхо, это твой народ. Если он еврей, он тебе поможет. Если нет, он не обидится, ничего ты плохого не сказал. И сохрани в своем сердце, что не спит и не дремлет страж Израиля. Это мать говорит 7-летней девочке, которая прощается на всю жизнь. И вот Захава, она говорит, я горжусь тем, что я осталась еврейской девочкой, создала семью, вырастила поколение еврейских детей, собственных детей в собственной стране Израиль. Вот так произошло. Теперь давайте вот увидим, а как мы все это разрушили, как был разрушен храм, как все остальное. Люди задают вопросы, как Бог мог допустить катастрофу или все остальное. Знаете, ответ давно есть. Все пророки, все их выступления говорят об одном и том же. Они говорили все время. В тот момент, когда народ лишается божественного присутствия, точнее отгоняет его своими поступками, разрушение уже произошло. Если это так с человеком и так с народом. Если народ потерпел духовное крушение, храм по сути своей уже разрушен. А что касается физического разрушения храма, который построен из дерева и камня, это только неизбежная какая-то развязка, видимый финал свершившейся драмы. Это ничего. Это уже кто именно придет или как, это уже там, знаете, мелочи жизни. Все решается в духовных мирах. Если там решается, здесь происходит. Это, кстати, относится к нашей повседневной жизни тоже. Был такой рав Авраам Гродненский, он говорил, что прилагая усилия вообще в жизни на ниве материального, человек доказывает, что действует проклятие в поте лица. Никак не влияет на установленный результат. Да, нам тяжело в это поверить, но заработок установлен нам в начале года. И ничего мы практически не поменяем. Мы обязаны для этого работать, не перерабатывая. Да? Написано «старание и поспешность». Не бывают лишними в духовных мирах, а в физических бывают. Это не я, это Авраам Гродненский. И кроме всего прочего, нам приходится еще понять одну вещь. Человек вот, не может вообще ни на что жаловаться по одной причине. Вот, такой был каббалист рав Менахем Азария из Фано. И он говорил, что в своей книге написал, что перед тем, как душа спускается в этот мир, ей показывают много разных тел и судеб. И на каждом написано, через что надо пройти в этом мире, да, в каждое тело. И душа сама выбирает себе тело с такими проблемами, с такими страданиями, которые подходят ей, чтобы исправить ту причину, по которой ей было постановлено вообще вернуться в этот мир. А здесь на земле просто человек уже погружен в горе, подавлен своим состоянием, но ведь он сам выбрал это данное тело и данное испытание. Это одна из основ. То есть это самое подходящее для тебя с твоей оболочкой, согласно твоим качествам, твоему исправлению. А за что тогда напрягаться? Знаете, нам наоборот есть чем гордиться. Вот то, что с нами происходит, вот наша жизнь, наша вокруг нас, мы имеем совместный проект великого Бога и маленького человека. Вот у каждого из нас с ним совместный проект, наша жизнь. И вот по результатам он нам дает то-то, то-то, мы делаем то-то, то-то, в результате подсчитываем через 120 лет. Вот чтобы наш совместный проект с Богом был удачный. Брахава от слаха каждого из нас и всех вместе.